В библиотеке имени Фазу Алиева города Каспийска прошло вручение орденов мужества семьям погибшим участников СВО. Открыла встречу директор библиотеки Мадина Темирова. Во все времена российские солдаты защищали свой народ, своих близких, духовно-нравственные ценности своей страны. И нет такого больше государства в мире, которое имеет такую победоносную историю. Героев нужно знать в лицо. Это не просто крылатая фраза. Это фраза, которая не так давно у россиян вновь начала отзываться болью в сердце. И сегодня в зоне специальной военной операции мы видим, что бойцы продолжают подвиги героев Великой Отечественной войны. На встрече присутствовали глава города Каспийска Борис Гонцов, военный комиссар Марат Пашаев, председатель Совета старейшин Ганифа Джабраилов, председатель Совета ветеранов Афганистана Магомедарип Якубов, юноармейцы, близкие и родные погибших бойцов. Большое спасибо родителям и близким героев, которые вот у вас такие прекрасные мужья, такие прекрасные братья, и что они... как сказать, не подводит нас, не подвели нас и ведет нас к победе. Честно говоря, тяжело бывает реализация, выступить, говорить, найти слов. Мне вот в 18-летнем возрасте, в 80-х годах пришлось участвовать в боевых действиях. И знаю, как это потерять друга, как героически погибают наши защитники на полях сражений. Поэтому я всегда говорю, любая боевые действия, любая война забирает самых мужественных, героических, самых лучших. Орденом мужества посмертно награждены младшие сержанты Сайпудин Ахмедов, Шихмагамед Кантемиров, рядовые Тагир Гамидов, Мурат Ибрагимов и лейтенант Сиражудин Алидибиров. Вручили награды глава города Борис Гонцов и военный комиссар Марат Пашаев. Завершилось вручение наград видеороликом с погибшими участниками спецоперации и чаепитием.